Уже интересно, он на экскурсии. Да, да, да. Ты реально хоть попробовал сидеть? Не знаю. Просто ветер такой. Да нет, это небольшой ветер. Да прогреет, наверное. Я в шоке. Это с разбегом или это так? Да нет, это так, это так. Это не автожир, короче. Вот это, Костян, мы вчера попили водки, да, уже? И уже тут, короче, уже заводим вертолет, ни хрена себе. Он уже только полимерный аккумулятор. Да, отлично. Легкий, для вертолета тоже. Вот так, 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 вот Да ни хера, вот это прикол. Предлагается типа дальше. Нет, а там все нормально настроено. Да точно нормально. Оно я в это верю. Вот я там да. Верю от тебя мотив. Вчера сидели просто бухали водку, а сегодня уже на вертолет заводим. На ремнях от комбайна. На ремнях от комбайна. Ой-ой-ой, что случилось? Просто неизвестно, когда последний раз эта техника заводилась, короче. Не, это не страшно. Аккуратно. Не, ну это стрёмно, надо попасть. Лей, а чё его боятся? Я бы уже по так ползком в отполз. Кто его знает, куда в сторону? Одни там всё. Всех присутствует. Как генералом. Головы! Это, а то нам тут... А трек вибрирует лопасть, короче. Вибрация. Головы! Кого-то три зубки. Да ты посмотри, как оно над головой. Да вы что гоните? Головы прячьте, блин. А то я потом завтра... А то я завтра потом это видео, короче, на YouTube выложу, на очах покажу. Кириллыч, отходите. Отходите. Ты посмотри, гадкая машина. Бля, уже, бля, ровно, видишь? А что это такое? Да не, так просто бомба, я говорю. Да я сам в шоке. Он сказал, это от комбайна вот это не имеет? Нет, эти ремни от комбайна. Вот я сейчас там прокачу, я подумал. Знаешь, Саня, выключи камеру. Да, я знаю, да. Тут волк идет по лесу. А, не снили здесь, не важно. Идет по лесу. И... А, ну как? Да ни хрена себе, вот это прикол.
вообще бомба. 79-го года. 79-го года техника. Я в шоке. Низко пошел. Я хочу... Обалдеть ты, что я в шоке. Обалдеть, удивительно рядом, я в шоке. Да. Охренеть. Ведь ветер боковой. И всякая электронная стабилизация. Руками 23 февраля, это лучший праздник. Вот, я в шоке. Я просто, ну, молодец, я это выжил. Смотри, как висит ровненько. То осишка, то... Да, автомат перекос и ха-ха. Вот такую тему надо замутить, и мне больше ничего не надо. А вы что, она поднимает, а? Да, конечно, просто сейчас нету. Он сейчас же идет практически на подушке на этой, которая... Ну, ну да. Вот это лучший отдых, я думаю. Лучший, Саня, это лучший 23 февраля в моей жизни. Я тебе говорю, это просто кайф. Ну ветер боковой, короче, мы хорошо. Не, ну Костян, нам нужна, короче, стабилизационная тема по-любому, короче. Ну на прогрессе. А это технологии просто 79-го года. Так летает, летает, Саня, летает. Я не верил, что летит. Просто бомба! Блин, вообще, охренеть! Это... Вот это? Что ты, Костянчик, да? Вот это реально, это просто класс. Это что-то. А я тебе залетел в этот ангар. Да, да. Да, там пойдет два да? Да. Вот это настоящее настоящее. Это ручка Сагар. Ты даешь пол оборота двигателя, пол 8 двигателя и... А это уже автомобиль рекорд. Патина машина! Стойте! Не! Только не Патин машина! Ветер, он создает ветру. Стой! Что ты делаешь? Так, осталось еще три вертолета испытать. Да, по-моему, да?